Дорогие друзья, с вами Богдан Скайуокер. Сегодня мы с вами будем проходить события повстанцев. Сначала надо пройти обучающий этап, чтобы потом можно было проходить настоящий и получать персонажей. Я в это уже раньше играл, это не сложно, потому что меня обучают. Ну и на обычных войнах тоже, где этапы без обучения тоже очень просты, как вы знаете. Кстати, еще, ребята, у меня такой вопрос. Кто знает, что это баг или нет? Но на арене отрядов у меня почему-то стоит 273 место, и вот такие чувачки на тысячных местах. Это как вообще? Смотрите, то есть я его сейчас разнесу и поднимусь на место вперед. То есть, в смысле, я знаю, что надо подниматься на место вперед, но не на такие высокие. То есть у меня аккаунт есть второй, там... Там у меня 3000 место, несмотря на мой 74 уровень. А здесь 100-200 какой-то. Как-то вообще это непонятно. Все, и посмотрите просто на мое место сейчас, вот просто. Это нормально? Откуда у меня такие места? У меня награды просто зашкаливающие. 75 кристаллов, 600. Вот этих вот. Вот, смотрите, у них уже 700. Правда, я не знаю, на что их тратить. Ну, давайте будем копить на гриду. Все, вот такие у меня призы. Я еще не знаю. А, я на втором аккаунте стою вот здесь. А здесь я вообще не знаю, что это. Ну, а мы погнали дальше проходить обучающие этапы. Знакомая техника. За это я ненавижу Ордла. За его поджоги долбанные. Странно, вот раньше Бен был вот персонажем, на которого надо было прям копить 80 осколков. А сейчас его дают начальным игрокам. Мне его вначале не дали вообще. Два этапа у нас осталось. И потом перейдем к настоящей битве. Да, поджигаем их. Давай, Лейка. Не справится. Все. Остался последний этап, и мы переходим к настоящей битве.
похож эти обучения. Ай, вот бы так же в настоящей игре. Ой, да сдохнет от поджога. Он даже ходить не собирается. Молодец. Угу. У нас есть принцесса Лея. И скоро будет Хан Соло. Штурмовик. Кстати, ребята, хочу вам показать этот мой второй аккаунт, где у меня хороший вкачанный. Помните, я вам говорил? Смотрите. Ой, сейчас. Вот. Лендерс Кьюзен. Это мой хорошо вкачанный аккаунт. 3000 место. У меня 100 или 200 какие-то места. Как это? Я не знаю. А это второй аккаунт. Ну, такой же, более-менее. Что же, сейчас я тогда подвкачиваю своих бойцов, пока на 30 уровень. Да, не самое это интересное занятие, но все же. Ладно, не сейчас. Погнали проходить события. Я помню, что только одну битву получится, потому что остальные будут... Надо будет грузить долго. Да уж, ничего не скажешь. Задача одна из самых простых — победить вот этих вот. Тоже я не понимаю, почему у них именно бонусная защита, а у меня настоящая. Хотя значка бонусной защиты у них нет. Давайте палочку вынесем. Тебе надо Вердера. Я знаю, что его называют Дарт Вейдер, но я немного его исковеркал. Специально.
Мне уже показалось, что у штурмовика шкала хода стоит на месте. Заход под жопу. Угу, меня штурмовик хран. Ну да, следующая категория через 5 часов. Ну что же, ребят, спасибо за просмотр. Ставьте лайки и жду тебя в комментариях.